Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы вскроем анпэкэдж коробочки сделаем. Квадроцикл детский, электрический, моделька ZP5118/4 межкратного цвета. Куплен он в новосибирском магазине Rich Family. Вот такая вот чудо-коробка. В комплекте идет куча колес, какие-то пластиковые штуки, волшебные пузырьки, которыми можно пострелять в свое удовольствие. Это у нас, я так понимаю, руль. А, слушай, про этот плюс, кстати, он говорил. Так, что у нас в комплекте идет? Идет руль, идет сам корпус. Давайте выкладывать его. Руль, колесики. Колпаками. И замечательное практически литье для иномарки. Главное, колесо-то что? А, причем одно колесо почему-то снято. Такие хитрые китайцы. Чудно упаковали как. О, это сидушка красного цвета. Для мотоцикла. Но, собственно говоря, внутри можно снять, что внутри тут происходит. Здесь у нас находится двигатель, здесь у нас находится аккумулятор. Аккумулятор, кстати, запасной. Машинка стоит порядка 8000 рублей, а запасной аккумулятор к ней стоит 700 рублей. Ну, тут же в комплекте подробная инструкция на русском языке в виде одного листка. И давайте достанем сам квадроцикл. Колесики-то, оказывается, вообще у него все сняты. Вот так вот выглядит это чудо электронной техники. Выглядит в собранном виде. Будет фото и будет видео, но чуть попозже. Ну, на самом деле, качественно, очень хорошо сделано. Сейчас мы это чудо попробуем собрать. Четыре колесика, пакетик, куча шурупчиков всевозможных. Ой, красота-то, сейчас будет чем заняться нам. На самом деле в интернете цена у него такая же, как в магазине, поэтому, в принципе, особого смысла через интернет нет покупать, с учетом того, что доставка вот этой штуки обойдется, я думаю, приличную сумму денег. Поэтому ищите хорошие магазины, покупайте хорошие игрушки, радуйте своих детей. Сейчас мы того снимем, что у нас в комплекте идет. Коробочку уберем. Четыре колеса, как нетрудно догадаться. Сам корпус, куча всевозможных деталюшек. Соберем, покажем, сфотографируем, снимем, расскажем. Спасибо за внимание. Приятных покупок.